Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой продолжаем от Микхарт дополнение. Дополнение, да, где мы бегаем за гусем-матершинником. Да, ребят, именно в этом заключается дополнение, чтобы бегать за гусем-матершинником. Если кто-то не знает. Бегаем. Прыгаем. И что-то делаем. Так, с бусом... Сколько мы бусов-то вообще доставили? 4 из 8. Я как понимаю, как только мы все бусы доставим, то все как бы, ну, финальный босс, наверное, да? Ну, пойдемте, ребят. Ты живой? Живой, наверное. Головушкой ударился. П2, П3, сопли П3. Юморист. Коллектив продолжает покорять мир. А что я зашел? Шагами. Отныне. Сережа, я у тебя денежек немножко возьму на хлебушек. Так, подожди, мы какой-то энерго чего-то там открыли. Ну-ка. Доступ разрешен. Увеличит скорость зарядки спецатаки. Так, а у тебя чем? Скорость спецатаки. Для специальной атаки меньше энергии. Увеличит изначальную ширину волны. Ну, да я не знаю, навряд ли мне это надо. Мне бы, знаете, что вот эту вот катушку нагнетателя надо. Вот катушку нагнетателя, ребят, надо. Петри от бабы Зины ушел, от Сечного ушел, от меня не уйдет. Иди нахуй. Че ты вылупишь? Сереж, не унижай меня, я и так низенький. Лучник! Бет-коннектор проебал, поебалу схлопотал. Бет-коннектор проебал, поебалу схлопотал. Может, не будем уж сухомлять ситуацию? Ты у меня на компост пойдешь. Не будем у сука, блядь, в ситуации. Ай, да. Это как в той серии. Простит утка, а гусь не простит. Давайте, босс. Статуя Менделеева. Там под ней кнопка, что ли? Осторожно, недорогой. Если на нее нажать, начнутся проблемы, к которым ты еще не готов. Да насрать. Сам разберусь, не маленький. Ах ты мой грубиян. Обожаю мачо. Хорошо, что мачо, а не чмо. Он позвал своих друзей. Ну ничего страшного. Ох, ебать. А вот это что-то страшновато, ребят. Так, надо сейчас всех будет разбивать, да, как я правильно понимаю? Ебать. Вот это да. Портал, почему-то не знаю, я смотрю на это, почему-то вспоминаю портал, ребят. А, люстры. Люстры можно послужить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить по ней заряженный атактор Исика. Эта хрень слишком здоровая, меня так надолго не хватит. Попробуй уронить на него люстру. Предупреждаю, люстры больно срывают. Не, ой, лучшие пироги, сразу предупредить ты не могла. Ты же сказал, что разберешься, мой повелитель. Твою мать. Ну, сюда. Пересоберутся, да? А, то есть одну надо левую или правую, и он разбирается, да? Это я еще водку не пил со сгущенкой. Как мы с тобой в основной игре делали.
все? Так, знаете что? Подожди. Левая рука пока осталась. А что, не задел его? Прям по люстре я попал вовремя, ребят. А девять, а чё, почему тебя стрелять? По руке стреляю. Ну, господи, какой затрах. Все, ты сдох. Нет. Че у тебя там? Член еще поедет? Че, левую правую руку мы тебя отбили. Средняя рука, но я говорю член. Показывай свою среднюю, блядь, руку. Ебать, средняя рука, здорово. Здорово, у тебя елдак. Елда-то здорово. Патронов там 1200 сделать сразу. Все? Я заебался. Нет, еще не все. Все? Сука. Не все, блядь. А сколько у него стадий нахуй будет? Скажите мне, пожалуйста, товарищ разработчик. Я же так весело, блядь. Какая у него там еще рука будет сейчас, нахуй? А, нет, все. Блядь, ладно. Ах, какая милая бусинка. Она больше других. И будет восхитительно смотреться в самом центре моего украшения. Будет восхитительно смотреться. Пошли в Раструб. В самом центре моего украшения. У меня есть мысль, и я ее думаю. Молодец. Интересно, у него в перчатке больше дружок не сидит? Нет. А проебанная варежка-то у меня! Попробуй отними! Какая проебанная варежка, дурак? Целуй мою фа-ку, Б3! Ну и урод же ты! Оскорбительный какой гусь, слушайте-ка! Он меня оскорбляет! Я подам жалобу на разработчиков игры, то что гусь меня унижает. Блять! Сука! Иди с миром, но в задницу! Жри говно! Иди с миром, но в задницу! Алло! Че здесь не открывается? Наша надежда на человеческий разум. Я куда иду? Я не знаю, ребят, да, я в курсе то, что у меня там. Я в курсе, что у меня там не разобран, точнее, это я не передал. Мне просто дверь открылась, показались мобы, я пошел. А, вот теперь открылась. О, алло, кстати, это... Ну, мы ее применим на финальном боссе. Подъем человечества на следующую ступень эволюции. Пойдемте.
Так, точно здесь все мы собрали. Вот там что-то есть. Пойдемте отнесем. То есть это пятый получается, да? Пятая готова. А ты неутомим, любимый, настоящий мачо. Зачем я столько ресурсов собираю, ребят, я не знаю, потому что мне кажется, что мы и так с тобой пройдем все. Все, что нам надо, мы и так с тобой пройдем. Хуя, распилило. Так. Пойдемте по сюжету, ребят. Не будем особо ходить. Сказал я и сам пошел куда-то. Привет. С запуском сети коллектива 2.0 мир преобразился. Да, я в тебя зайду. Мне понравилось в тебя входить. Да, я позайду в тебя. Так, это сюда. Шоколадку берем. Так, это пока нормально, это сюда, в жопу. Так, улучшение, мы там что-то вкачали? Нет, что-то там было? Нет, что-то не показалось? Ладно. Создать боеприпасы. Создаем. Вот так вот. На пути продолжения эволюции. Единому сообществу людей, управляющих роботами. Все, пошли. Пошли по сюжету дальше. Гуся матершинника будем искать дальше. Я вас понял, да. Снова эта штука, ну конечно. Ай, блядь, а чё надо-то? Все синие. Можно я тихохонько ругнусь? Запускаем гуся, работяги! Иди нахуй отсюда, гусь. Поцелуй мою кваку, Петри! Не верещи! В пустых-то стенах какой простор для творчества? Так, собрался, разобрался. Петух! Так, подожди. А, да как ее... А, чтоб ее... А мне надо еще как-то по центру, они же здесь все синие, подожди. Подожди, а как мне все сделать синие? Подожди, реально, а как сделать все синие с учетом того, что она одна здесь синяя? Их же переносить нельзя. Ну, вот она одна синяя. Почему здесь красное преобразуется? Я понял теперь. Горжусь собой. Понятно. Безмерно, но вида не подаю. То есть, по сути, надо было только вот эти две двигать, да? Вот эти две. Логично. Наша надежда на человеческий разум не была напрасной. Каждую минуту коллективу подключаются. Сами...
Мартышка, ты же мог меня... Эй, гусять души! Жил у бабуси. Амфар! Иди на... Это тебе не квест на сопровождение. Заебал. Я жаловаться буду, он меня терроризирует. Ей-богу. Ну, опытом фиолетовый, что ли. Ну, там что-то фиолет. Мне не нравится этот гусь. Он меня терроризирует и унижает. О, блядь. Бля, как вы заебали. Вроде бы шутер, да, такой, блять, ну с элементами Dark Souls, типа. Типа шутер с элементами Dark Souls, ребят. Так, вот здесь сюда мы можем принести, я понял. Товарищ доцент, а можно вопрос? Почему у нас в мемориале на Челомее изображение товарища Менделеева нет на памятнике? Ну, голубчик, Менделеев один из величайших умов, но, очевидно, предприятие 3826 он не создавал, так как скончался еще до Союза. А на Челомее запечатлены именно отцы-основатели. Но это не значит, что мы забыли имена великих русских ученых. Просто чествуем их немного иначе. А, ясно. Немного таких ученых и комплексов. Вот если я это расскажу, то придется вам укол сделать, да память стереть. А это на вашей работе плохо скажется. Правда? Неправда. Так не бывает. Но тайна есть тайна. Так. Сохранение данных. Не знаю, там можно... Мне, в принципе, эти шоколадки нахуй не нужны, ребят. Пойдемте, короче, по сюжету не будем особо гулять. Гулять-то особо негде. Пойдем чисто по этому пробежимся. Так, что мы нашли? Секатор, магазин. О, давайте магазин прокачаем. Улучшение. Магазин. Хорошо, увеличит объем магазин. Еще можно увеличить. Ну, пока не будем. Увеличивает скорость передачи. Ничего страшного. Катушка нагнетатель нам нужна. Что здесь? Меня кто-то ждет. Так. Где, блядь, мои любимые роботы? Там мы здесь, кстати, были. Или нет? Нет. Так, у нас еще две шоколадки есть. Если нас враги заебут, вот примерно. Ох, блядь. В натуре ебанутся. Всех убиваем, короче. Он жирный, с него должно быть много ресурсов. Тут только серые, цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих бус нужная. Носители выкрашены в отдельный цвет. Это бус тоже, только на отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижаться мне и не позволяет летать за нужной старикашке. Электромагнитное излучение не даст объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. Ты же умная. Женщины любят, когда им говорят, что они умные. Ты тоже умная. Помоги своему любимому. Ты что?
Найти способ отделить лидера Буссы от... Мне найти способ-то. Наверное, где-то можно, наверное, что-то почитать, да? Какие-то интересные факты. О, нашли что? Магнитатель? Нет, не магнитатель. Ну, тоже неплохие вещи. Так, найдите способ. Дайте догадаюсь. Надо каждый позасовывать отдельно. То есть здесь же не зря столько этих. Берем разделяй один. И властвуй. Берем один. И закидываем. Не то. И закрываем. Да нужно сразу и не добраться. Сидит дед, во сто шуб одет. Докопаться бы до мякотки. Я, видимо, понял. Здрасте. Вы за мной, мужчина? Мужчина, вы точно за мной? Руки, ноги свои прибери, слышишь? Так, мы здесь все сделали. Куда бежишь, спортсмен? На нахрен. Хорош. Так, где там эти бусинки? А, вот она. То есть отделилась, да? Вот она. Да неужели? Быть такого не может. Ты нашел мою бусинку. О, дорогой, ты такой заботливый. Ага. Mm-hmm. Просто все поделили, ребята, все. Знаете. Шестая на месте. А потом, бум, и ни одна не стала. Шучу, милый. Так, а куда мне дальше? Сюда. А, мне туда. Не туда, а туда. И сюда, туда. Здесь как-то плавает. Как-то изображение как будто плавает, как будто там газ какой-то. Шестой, седьмой, восьмой, да, остался? Ехать. За мной? Ресурс. У тебя что, топографический кретинизм? У меня все нормально. Привет, я видел летающую соплю. Вот. Молодец. Я достану тебя, даже если это последнее, что я сделаю. Ты чем там себе куртку набил, а? Как ты меня... Садюка. Блядь, заебал. Ломай меня полностью. Я тебе покажу гусиные истории. Как ты меня заебал, блядь. Ёбаный нацист. Ёбаный ты подзалупа, Нечаев. Пошёл туда. Угомонись, животное. Так, здесь какие-то космодесантники, ребят. Ангары. Так, я вижу, что там шоколадка. Мне куда вообще? Ангар с воздушной техникой. Интересно. Так, где-то видел шоколад.
Что это? Как там, блины? А ну вернись, я еще не закончил тебя унижать. Пошел, иди нахуй. Туда можно сходить? Там что-то есть интересное? Ты у меня на компост пойдешь. Я думаю, в принципе, смысла, ребят, да, ходить нету. Куда-то что-то тут это смотреть. Пошлите по сюжету. Локация большая, в принципе, бестолковая. Так, нам туда, да, надо? А здесь что? Подожди, мы откуда пришли? Мы пришли оттуда, а здесь что? Всех людей планеты в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. Понял, здесь просто нормальный вход через лестницу, а не как я. Так этот шарик укатили, кстати говоря, он укатился. Че, уехал тоже? Катаются здесь. Как вы меня затрахали, сколько здесь врагов. О, ужас, у меня энергия кончается, мне бы надо эти, какие-то энергетики. И патроны у нас кончаются. Надо будет патронов больше сделать. Что-то есть, я не знаю. Так, энергия как-то медленно копится, ребят. Можно любимую шоколадку съесть. Это что? Ты меня куда хотел поднять? Ой, там босс, да, какой-то будет? Да, нам туда, кстати. Привет. Давно не виделись. Ручки свои ко мне тень. Давай. А, кстати, давай по поводу способности давай. Полимерный щит. Ни хрена себе, у меня сколько здесь этих. Я вообще все могу прокачать, ребят. Все, прокачали, ребят, все на максимум. Подключаются сотни людей по всему миру. Так, сохраняемся. Еще раз. Подожди, еще раз. Так, склад. На склад. Я думаю, нам столько хилок не надо, так как мы с тобой слишком имбовые. А вот эти вот штучки мы заберем. Нам они как-то нужны. Так, две Аленки у нас есть. Так.
третью брать не будем, наверное. У нас, если что, есть водка. Так, создать боеприпасы. Возможности, открывающиеся перед участником коллектива, можно осознать всю глубину раскинувшихся перед человечеством перспектив. Мы призываем... А почему он ушел на склад, я не понял. Почему на склад ушли? Почему мои патроны ушли на склад? Я не понял. А у нас, так говоря, две водки-то. А почему водку меня залагала? Водка почему-то лагает, почему-то она вместе с этой. Это, ребята, игра такая от российских разработчиков. От российских разработчиков, ребята, игра. Так, давайте это. Юзнем, я чувствую, она сейчас нам нужна будет. О, господи, во что там собираетесь, алло? Знаете что? А где шоколадка? А где моя шоколадка? Маленькие шумаришки слишком самостоятельные, они сами выбирают кружки. Да блять. Да сука. Подарю обязательно, если эти милые бусинки меня по полу. А, дайте я шоколадку применю. Не размажь. Они еще живы! Нихуя себе бусинки после шоколадки. Блять, да вы че, звери, блять? Это че нахуй? Это я еще, ребят, на легком, блять, режиме. Блять, вы че, ебанулись, что ли, разработчики? Вот это красное, что ли, нужно? О, блядь, еще бегут, ебать. Чё-то игра из Dark Souls, блядь, превратилась в какой-то жесткий шутан, блядь. Прям жесткий шутан, блядь. Да идите вы нахуй, блядь, от меня. Самолет прилетел. Ты где? Кто стреляет? Все? Все? Теперь у меня будет еще одна бусинка. Как это мило с твоей стороны, милый. Скорее же, понести свой подарок в мой раз. Угу, уже бегу. Сейчас я помещу. Да, мне Жанна Аркадьевна рассказала, откуда у нас эти болотные джунгли. Вы с учеными Вавилова в битву умов поиграть захотели? Да нет, просто они пошутили. Мы отшутились, пошло-поехало. Но мы все уберем. У нас уже есть план по гербицидам и осушению. Отставить! Не надо ничего убирать. Мы вас прикроем, шутничку. Я подготовила постановление. Скажем, что это был запланированный эксперимент, создание болотистого биома в горных условиях, прорыв и эксперименты в целях изучения терраформирования. Да? Правда?
Спасибо. Спасибо огромное. Будете должны. Все, работайте. Работаем. Все собрал? Вроде все. На. Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. Да, скоро у тебя будет все охуенчик. Будет лучшее ожерелье. У моей женщины должно быть только лучшее ожерелье. А что там? А почему здесь? А почему там? Я хочу здесь. Патроны. Так, это все собрали. Ужас. Где ходим, ребят? Что делаем? Ни хрена не понимаю. Какие-то ожерелья что-то собираем. Ужас. Игра из Dark Souls, я говорю, превратилась чисто в шутан. Да, кто-то скажет, ты забываешь применять навыки. Да, я знаю, ребят. Я такой человек, я не могу 10 кнопок одновременно нажимать. Так, там, кстати говоря, есть это. Шоколадка. А чё, куда нам? Ничего не понимаю. Человеческий разум не была напрасной. Каждую минуту коллективу... Заблудился. А где гусь-матершинник? Спрятался. Подожди, это все классно, здорово, а... Куда мне идти-то, я что-то не понимаю. Там дверь, что ли, открыть надо или что? Дверь там не открывается. 25 метров, так. Ну. А, блядь. Эта фишка игры просто так редко применяется, ребят, что... Ну, вы сами понимаете. Надо серию закончить, ребята. С запуском сети коллектива 2.0 мир. Трогать я тебя не буду, понял? Ты хочешь повоевать? Я сделаю вид, что я тебя не знаю. Значит, отдаем серию, сохраним. Наверное, следующая серия уже последним будет. Наша надежда на человеческий разум не была напрасной. Так, снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храст не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Вот тебе и мозг Элеоноры. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Я не против, как бы, а как туда попасть? Мне куда, наверх надо, да? Я правильно понимаю? Ну, здесь же все, да, понятно, все логично, да, ребят? Как бы, ну...
долбоебов, таких как я. Тут же все понятно, правильно? Куда тебе надо? Я понимаю, что мне надо туда. Хорошо. А как наверх забраться? А, вон лестница. Все, ребят, да. Вон же лестница. Ты что, не видишь? Ну реально ее, блядь, нихуя не видно. Здесь, блядь, такое освещение классное в игре, что я даже лестницу не вижу. Нельзя было как лестницу подсветить. А то здесь такая охрененная графика, что у меня от нее слепнут глаза. Здесь что? Пол? Слава богу. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, нога сломит, блин. Майор, оружие или способности? Давай способности. Что-то как лайтово, знаете, то есть способности нам столько дают, просто ужас. То есть, ну... Мы прям все прокачали. Сводка, какие-то проблемы, ребят. Ебать. Еле отпустила. У меня какие-то проблемы только что были. Не очень хорошие. У меня там в инвентарь что-то залагало. Майор переничает. Блять, все нахуй. Разрешен. Опять лагает. Опять лагает. Блин, надо перезаходить. Короче, давайте на эту серию закончим. Да, опять лагает что-то. Опять лагает. Я не знаю, там на записи это будет видно, нет. Прям вообще лагает. У меня какие-то баги. Это же охуенная лицензионная, ребята, игра. Купленная за мои средства. Ладно, блядь, пиратка была. Еще что-то там можно было сказать. Блядь, лицензионная игра. Выйди, пожалуйста, отсюда. Я нажал Escape. Но он не реагирует. Видимо, надо перезайти в игру.